На носу конец апреля, впереди май и долгожданное тепло. Судя по погоде, белорусы сразу из осени попадут в лето. Синоптики спешат успокоить. Последняя декада месяца обещает быть без капризов. Если верить метеорологам, на больших выходных стоит ждать дождь. И даже если с утра выглянуло солнышко на субботник или радуницу, лучше не полениться и захватить с собой зонт. Сезон осадков в Южной Африке на этот раз станет третьим по величине в истории человечества. Бесперебойные дожди увеличили поток водопада Виктория на целых 54%. У жителей ближайших населенных пунктов ночью из-за вибраций в окнах дрожат стекла. Афганистан тоже заливает. Стихия уже унесла жизни 56 человек, еще 7 миллионов под угрозой. Повреждены 3000 зданий. В целом, на всю неделю Бобруйск окажется под влиянием осадков. Всему виной все те же атмосферные фронты с Балтийского моря. В субботу утром возможен небольшой дождь, весь день будет пасмурно до плюс 14. В воскресенье облачно с прояснениями от 3 до 10 тепла. На понедельник, вторник погода такая же. Кристина Риянс, Андрей Богдан, Бобруйск 360.